южнокорейский производитель шин Hankook Tire был отмечен одной из престижных дизайнерских наград Red Dot Award. В 2020 году лауреатами стали модели вседорожная Hankook DynaPro AT2 и RF11, грязевая Hankook DynaPro MT2 RT05 и зимняя Hankook Winter iPike RS2 W429. Премия Red Dot Award присуждается ежегодно лидерам отрасли, которые разработали лучшие и инновационные продукты года. Теперь более подробно о каждой модели. Hankook RF11 DynaPro AT2 – это вездеходные шины, которые благодаря инновационному рисунку протектора гарантируют надежный контакт с мокрой поверхностью и зимними покрытиями, и кроме того не подведут даже в условиях легкого бездорожья. Шины Hankook RT05 DynaPro MT2 больше ориентированы на вождение по пересеченной местности благодаря уникальному агрессивному дизайну протектора Terrain Strike. За счет массивных высоких блоков шины оптимизированы для сцепления с грязью, слякотью, камнями, песком и гравием. Hankook W429 – зимние шипованные шины, значительно улучшающие сцепление и повышающие безопасность вождения на заснеженных и обледенелых дорогах. Разработанные для работы даже в самых суровых зимних условиях шипы в форме снежинки обеспечивают стабильность управления на зимних дорогах. Вице-президент бренд-лаборатории Hankook Джимми Квон сказал: «Для нас большая честь быть отмеченными этими наградами. Технологический прогресс помог укрепить нашу приверженность инновациям и качеству дизайна наших шин. С почетным мировым признанием мы будем продолжать лидировать в области разработки шин с помощью наших инновационных технологий». Отметим, что шины компании Hankook за свое превосходство в дизайне были также отмечены и некоторыми другими авторитетными международными наградами в области дизайна, такими как IF Design Award и International Design Excellence Award. В одной из номинаций конкурса Red Dot Award шины Hankook впервые победили в 2001 году, и с тех пор эта компания добилась значительных достижений. Итак, вы посмотрели небольшой информационный ролик про компанию Hankook. Если понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии. Я все читаю и по возможности отвечаю на ваши вопросы. Всем удачи, ни гвоздя, ни жезла. Всем спасибо, всем пока.